В торгово-промышленной палате состоялась 28-я конференция Дмитровского отделения партии «Единая Россия». Председательствующей была избрана Оксана Котова, заместитель секретаря местного отделения партии. В рамках встречи делегаты от 104 первичных отделений, депутаты и члены местного политического совета подвели итоги уходящего года и обсудили приоритетные задачи на следующий. Исполнительный секретарь местного отделения партии Александра Нечай доложила о проделанной работе. Приоритетом для местного отделения партии в 2023 году было выполнение наказов избирателей. В народную программу партии по Дмитровскому городскому округу в 2022 году поступило 2578 наказов жителей. На сегодняшний день выполнены все. В рамках реализации наказов жителей в Дмитровском городском округе достроили школу на 550 мест в поселке Останкино, приступили к капитальному строительству бассейна «Бриз», капитально отремонтировали Дмитровскую детскую школу искусств, приступили к благоустройству парка «Березовая роща» и Центральной площади. Другим важным направлением стало выполнение федеральных и местных партийных проектов, таких как сохранение исторической памяти, чистая страна, жители МКД и мир возможностей. Большое внимание уделялось поддержке участников специальной военной операции и их семей. Помимо этого были проанализированы результаты выборов губернатора Московской области и других значимых событий. Кроме того, были избраны делегаты на предстоящую региональную конференцию партии. Одним из них стала Марина Шевченко. Мы работаем в связке, системно. И у нас непосредственно живая связь с региональным отделением партии существует. Поэтому мы едем за новыми идеями и новыми стратегическими задачами на ближайшую перспективу. Результаты деятельности Дмитровского отделения «Единой России» за 2023 год были признаны удовлетворительными. В будущем году местные партийцы продолжат реализацию текущих проектов, ориентируясь на пожелания граждан.